Всем привет! И с вами снова Луиза и Асаля. И сегодня у нас на обед у меня борщ, а у Асали самая острая лапша в мире. Вот такая вот. Также у нас баклажаны по-корейски, кадича, огурчики. Огурчики, лучок, перец и сметанка. Будем кушать? Да. Приступим. Всем приятного аппетита. Те, кто кушает с нами. А я ложку забыла. Да? Да. Принеси, пожалуйста. Дурная голова, говорят, покоя не дает. Кстати, я сегодня испекла вот такую лепешечку. А, запах обалденный. Прям супер. Она еще даже горяченькая. Только минут 5 назад вытащила. Спасибо. Из духовки. Будем кушать. Кстати, сметанка у нас вот такая вот. Это точнее не сметана, так как в Корее нету вообще сметаны. Поэтому это как бы корейский йогурт. Но я видела в Ютубе и в ТикТоке. Многие покупают вот это и говорят, что она схожа со сметаной. Я ее не пробовала, поэтому решила купить на пробу. Попробуем побольше так. А Саня сейчас будет кушать на самую острую лапшу. Не сказала бы, что она очень похожа на сметану. Но за неимением лучшего будем кушать так. Ну как тебе? Рассказывай свои ощущения. Остро. Остро. Уже водичку не успела засунуть в рот. Помимо острого, она вкусная? Очень. Очень? Угу. Почему Асаля кушает у нас сегодня лапшу? Потому что она не любит борщ. В принципе, у нас никто не любит борщ, кроме меня. Очень вкусно. Борщ получился очень вкусно. А тебе как? Вкусно? Вкусно. Очень вкусно, но очень горько. А я попробую такой вот перчик. Не должна быть острой. Возможно. Пока не остро. Может быть, в середине. Мяско мягкое. Прям тает. Это, кстати, последнее. Больше нету. Уже все съели. Давно хотела борщ. Кстати, многие его называют еще свекольником, а кто-то называет его борщом. Ну, не знаю. По мне, так это с детства мы всегда называли его борщом. Пошла горечь.
чего? Пошла вот здесь горечь, говорю. Борщ просто шикарный. Кстати, за 3 месяца здесь Асали уже попробовала многие уже рамены, которые есть в Корее. Не все, но много, что она попробовала. И, если честно говоря, ей не очень-то все понравились, да? Да. Единственное, что вот ей понравилось, это вот это вот. Самая острая лапша. Она хоть и горькая, но такая вкусная. Прям вот хочется кушать и кушать. Один запах только чего стоит. Очень все вкусно. Лепешку, кстати, хлеб мы уже за 3 месяца всего лишь вот второй раз кушаем. Первый раз я купила в русскоязычном магазине. Наверное, вот такого же размера. Думала, хватит буквально. Думала, на 2 дня, наверное, хватит нам. Какой-то. Мы решили сесть позавтракать. И все. И нету ее. В этот раз решила испечь сама. Получилось очень вкусно. По-моему, Асали не может доесть. Угу. Да? Да. Не доешь? Наверное, доем. Вообще, горько не доедай. Ну, вкусно. Или помочь тебе? Давай. Помочь? Обалденно. Очень вкусно, очень. Я тоже обожаю эту лапшу. Первый раз, когда я ее попробовала, самый первый раз, я ее по 2 пачки ела. Потому что 1 пачки мне было мало. Рот, конечно же, горел. Наворачивались даже слезы. Но было очень вкусно. Не даешь? Чего?
Сможешь скушать? Да, ты немножко осталось. А, кстати, коронавирус мы не сдавали, то есть, так как муж звонил в центр, откуда приходило сообщение, уточнил, нам сказали, это по желанию, так что, так как по желанию, мы решили не проходить эту процедуру ужасную. Мучить себя. Сейчас язык жжет немножко. Что хуже? У тебя уже весь рот красный. Вытри салфетку. Хорошенечко. Что хуже, от перца или это? Что хуже? Это от перца или вот это вот лапша? Что хуже? Не могу сказать. И то очень остро. А Саля это сделала. Mm. Вот. Доела все. Рот горит. У нас здесь сейчас практически баклажан острый, а сами лапшу съела острый, перец острый. Дай лепешку тебе. А поможет? Не знаю. Попробуй. Смотрите, какая лепешка мягкая, воздушная. Еще тепленькая такая. Аж жар бросает. Мне уже жарко. Хотя у нас работает кондиционер сейчас. Баклажан будешь? Дай свои палочки. Хлеб. Очень вкусно.
Ребят, пишите нам комментарии, задавайте вопросы. Мы с удовольствием ответим на них, на все. Какой борщ. Обожаю стручковый перец. И именно только горько. Не острый, я не понимаю. Для меня он как огурец, что ли. Если я ем перец, я только ем острый. А Заля очень любит острое все. Но перец не ест. Надо было три взять. А ты же сколько? Горько, но хочется еще. Баклажан последний. Давай еще сделаем. Баклажан, наверное. Баклажан очень вкусно с кукси. Из всех салатов кукси я больше всего обожаю это баклажан. А ты? Я тоже. Ну и капусту. А нет, я исключительно баклажан. Мы когда маленькие были, с сестренкой вместе, мама делает баклажан побольше. Баклажана много, а нам хочется кукси. А кукси-то долго делать? Пока все салаты приготовишь. Мы возьмем, отварим лапшу, сделаем воду, как на кукси. Закинем баклажан. Вот и кукси. Ну и водичку. Ну и водичку. Я сказала водичку. А, да, я не слышу. Водичку зальем. Лапша, баклажан. Вот я на все это было кукси. Баклажан и с лапшой вкусно. И с кашей. Мне вкусно с хлебом. Ну вот, а Саля с хлебом любит. Хлебом вкусно, но для меня не очень. Можно сказать, с хлебом это у меня на третьем месте. Первый это с рисом. Второй с лапшой. А уже на четвертом месте это с хлебом.
Люблю именно густой борщ. Чтобы гуще побольше было. Люблю именно гущу. А мясо вкусное? Угу. Попробуешь? Давай. Ты же так мясо не любишь, именно корейское. Мясо не люблю, а мясо очень похоже на ташкентское. Поехали мы когда на море, закупили столько мяса. Последний раз, да? Еще и дорогого купили. И что вы думаете? А Саня даже не попробовала. Да? Да. Кстати, пляжи все закрыли. Нельзя уже купаться. Связано это с коронавирусом. А дачу тоже? Дачи? Дачи не знаю. Дачи, думаю, нет. Не закрыли. Суп обалденный. Надо как-нибудь кукси делать. Давно кукси не делали, да? Да. Так что не пропускайте нас. Скоро мы сделаем кукси. Будет очень вкусно. Ой, наелась я. Я тоже. До отвала. Налей, пожалуйста, мне водичку. Ой. Подержи бокал. Все. Было вкусно. А тебе? Тоже. Борщ получился, честно, очень вкусно. Ты поела лапшу, и мне захотелось тоже. Надо как-нибудь челлендж сделать. Какой? На эту лапшу. Кто быстрее ее съест? Да. Очевидно, кто же выиграет, ты. Ну ладно, я две сделаю упаковки себе. Ну ладно. Так что смотрите нас. Как-нибудь мы сделаем челлендж. А Саля одну упаковку, я две упаковки. Что ты больше меня, я меньше. Ой. Горько? Нет. Мне жарко, а не горько уже. Мне наоборот холодно. Кстати, в следующем видео не пропустите.
мы расскажем, какое домашнее задание на каникулы задали Асале в школе. Угу. Очень интересно. Так что не пропустите, смотрите. В следующем видео мы расскажем. Ну, а сейчас будем, наверное, уже заканчивать, да? Да. А то уже жарко, не могу я уже сидеть. Мне уже холодно. Холодно? Да. А мне жарко. Смотрите нас в следующем видео. Что еще? Подписывайтесь. Ставьте лайки. Ставьте лайки. Спасибо вам за просмотры. Угу. И увидимся в следующем видео. Всем пока! Пока.